Приход Господень в Иерусалим. Вскоре после воскрешения Лазаря, за 6 дней до Иудейской Пасхи, Иисус совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос Царь и идет на смерть добровольно. Святые отцы Православной Церкви не оставили нас без духовного наставления в этот день. Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Весь Иерусалим всколыхнулся от вести о величайшем чуде воскрешения Господом Иисусом Христом четверодневного мертвеца Лазаря. Народ постилал свои одежды на дороге пред Иисусом, размахивая пальмовыми ветвями, и в восторге восклицал: «Осанна в вышних! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!» Казалось бы, радостью должно было наполниться сердце Господа Иисуса. А Он, глядя на Иерусалим со спуска горы, плакал, и обильные слезы струились по ланитам Его. Он знал, что неверный народ еврейский уже через 5 дней будет кричать пред Понтием Пилатом: «Распни, распни его!» «Поставим целью жизни нашей последование Христу, ибо Сам Он сказал: „Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет“. Последуем же за Христом, идя через тесные врата по узкому пути, и упокоимся там, где сияет вечная слава Святой Троицы». Святитель Иннокентий Херсонский. «Для чего мы ныне берем в руки ветви, или лучше сказать, принимаем их из рук церкви? Очевидно, в память того, что с подобными ветвями в настоящий день был встречаем Господь и Спаситель наш при Его торжественном входе в Иерусалим. Но символы и обряды церкви таковы, что они, приводя с собою на память прошедшее, всегда содержат в себе поучение и урок для настоящего. Чему же поучают нас ветви нынешние? Они изображают для нас высокие истины христианства. Без солнца ветвь голая и как бы мертва, хотя в ней все есть, что явится летом. Есть, но не может обнаружиться вовне, ибо для этого потребна сила тепла. Так и с душою нашей. В ней, так как она есть образ Божий, есть способность ко всему доброму и святому. Но само по себе, в естественном состоянии человека, все это мертво и безжизненно. Потребен свет Христов, необходима теплота благодати Духа Божия. При их только действии, под их только осенением человек-грешник оживает от грехов и страстей для новой жизни в Боге. Святитель Филарет Московский. Христиане, сынове Царствия Христова, если видим славу или проникаем тайну настоящего торжества, не попустим, чтобы оно прошло мимо нас, как постороннее для нас зрелище. Ибо в всем случае мы остались бы посторонними и чуждыми для Царствия Христова. Посылает ли кого из нас Господь на какое служение? Будем без испытания послушны, как апостолы. Требует ли от нас чего? Предадим Ему все беспрекословно, как неизвестный при имени Господа отдал свою собственность. Предадим добровольно, хотя бы то было с лишением потребного для нас, как то сделали постилавшие ризы свои. Ходил ли кто до ныне в воле сердца своего? Преклонись отныне под иго Христова. Думает ли кто, что образовал себя исполнением нравственного закона? Последуй за Христом, аще хощеши совершен быти. Все воззовем детским, искренним сердцем: «Осанна сыну Давидову!»